включил? Да. Протришь. Я протер. Мама! Держись, Егорчик. Паша, там есть у тебя место? Назад, место есть у тебя? Да. Пойдешь, дядя Паша? Да. Да, говорит.
Пошли. Камера осталась, если он не то самое, то нам. Да, да, да.
Тебе нравится? Да? А я там не иду.
дрова заехать. Успокойся, я ломать беру. Успокойся. Успокойся. А вы развернитесь полностью и двумя колесами. Блин. Паша, чем ты страдаешь? Thank you.
замену масла будете вспоминать. Все. Вот это центральная лужа. А нет, это еще не она, но уже скоро. Пашем вдвоем они там? Да. Вон там Егор, ты в машине включил, да? Да. Вот это центральная. Кровная центральная лужица, да?
маленькая. Это не она, наверное. Может, и она. Наверное, не она. Как его резануть?
Вот мы его отпилили. Сейчас упремся бампером и отодвинем. Сделаем проездик. Сейчас выровняем. Снимай же колесом, как двигаешь. У тебя проезд есть. Миссия выполнена. Помнишь зимой эту фотографию у меня? Партикуляция. Да. Вот это место. Сейчас развернемся. Вот это ямка. Это я ее накопал.
вот едем домой уже. Вот Антончик меня везет уже. Едем обратно по Танковой. Едь, поехали. По луже? Да. На первой так едь. Не бойся. По этой страшной луже едет. Страшный сон джипера был здесь. Не газуй, не газуй, меньше газ. Давай, давай, пойдем. Натяжечку. Оно буксует аж. Давай газ. Меньше чуть-чуть. Натяжку добавь, добавь. Головночка плавает. Едь на него. Там еще одно. Правее обходи. А, по 3 минуты тут? Да. А что ты? Надо было убрать. Левее, левее бери, левее. Я не знала, как это. А, ничего. Да я буду Yeah.
остановить, тут сцепление выжму. Держи сцепление. Ну вот этот маньяк на этой чудо-машине. Ну вот он выскочил. Ты шо? А вон главный маньяк. Вон главный маньяк, быстрее стекает. Сцепление. Оп, поехали. Так? Да. В проводе. Ну как, классно? Все, спинку можно поднять, будет удобнее. Что-то впереди прямо? Наверное. Слева его? Да, слева, да. Левее, левее, бери сразу. Дальше где-то. Было там, где стук. Давай, давай, давай. Стой, вот тут, стой, стой, стой. Сцепление, тормоз. Вот мы едем домой. Водителя лучше. Едем нормально. Вот починили ступицу, сняли лишнее. Встречные обходят нас. Паша на обгон пошел.
Бля, там же переезд еще, ё-моё. Ладно, через переезд я сажусь. Переезд, чтобы не загорелось. Бревно дымится. Я понял. Не, не загорится. Я за машиной. Давай. И вот мы едем, вот асфальт, вот дверь, колесо шире дверей. Тут ревнышко, не знаю, не видно ничего. Едем с покатухи. Конструкция надежная, простая. Плохо видно. О! О! Продолжаем путь, улица Бориспольская, во всей красе. СТО что-то нас не приняло, какие-то там проблемы у них, и мы едем на Вырестное. Вот. В принципе, достаточно успешно. Фармацевтична фирма Дарница справа. Плоховато видно. Сейчас помоем. Вот она во всей красе.